13 сентября по всей России отмечают День программиста. Вот уже более 10 лет он входит в календарь российских праздников. Сегодня почти невозможно представить нашу жизнь без какого-либо электронного устройства, где без труда программиста не обойтись. О перспективной профессии и о том, чем она так завлекает молодое поколение, узнавал у IT-специалистов наш корреспондент Алихан Лепшоков. Дата его празднования Дня программиста выбрана не случайно. Это 256-й день в году, то есть 2/8 степени, так как байт как единица хранения может выражаться в одном из 256 кодов или значений. Сегодня каждая отрасль не может обходиться без качественного программирования. Труд программиста всегда востребован, и особенно в наш век технологий, отмечают молодые специалисты. Все-таки, если ты программист, который пишет на языках программирования, это свободный график. Это не привязанность к месту. Если найдешь такую работу, ты не будешь привязан к определенному месту. И есть, как говорят программисты, они совы, и ты можешь работать в любое удобное для тебя время. Молодой программист Алибек Баташев работает главным IT-специалистом автономной некоммерческой организации «Карачаево-Черкесия Туризм». Он активно принимает участие в различных образовательных форумах, повышает знания в сфере программирования. Сейчас занимается реализацией своего проекта, который направлен на поддержку начинающих программистов. Хакатон Код 9, он направлен на программистов, которые проходят только обучение в университете, по курсам, неважно. Как будет проходить, я вам вкратце расскажу. Мы с товарищами-программистами создадим сайт, на котором будет проходить тестирование, и люди, набравшие определенное количество баллов, будут отобраны на проведение хакатона. Хакатон сам по себе – это форум для программистов, на котором решаются поставленные задачи, определенные задачи. Знание языка программирования – это ключ в сфере IT-технологий, уверяют начинающие программисты. Лидия Байрамукова учится на программиста в Институте цифровых технологий СКГА. Для нее профессия программиста – это возможность реализовать свои креативные идеи. Поступая, выбираю ту или иную специальность, каждый придет свои собственные цели. Что касается меня, в приоритете ставила карьерные возможности и написание кода, такая профессия, которая постоянно развивается, приходится уделять много времени саморазвитию, проморгаешь момент, упустишь целые возможности. И, скажем так, такой стиль, такой вайб не был по душе. Повелитель цифр и кодов – так можно назвать программиста, который всегда развивается, открывая для себя что-то новое. Алихан Лепшоков, Расул Бердиев, Вести, Карачаево-Черкесия.